Добрый день, дорогие друзья! Я хотела поделиться своей новостью, что недавно я закончила новый курс. Это курс «Мир анимации с Галиной». Мы изучали с ней редактор, который называется DP Animator Method. Это очень интересная программка, просто волшебная. Любую неподвижную картинку из интернета можно оживить, сделать видеофайлом или GIF анимационной картинкой. И все в ваших руках. На курсе мы проходили более 30 уроков, в каждом из которых находилось что-то новое, новый эффект, новое интересное волшебство. Курс мне очень понравился, рекомендую всем его пройти. Уроки достаточно легкие, а Галина настолько доступна и правильно, и подробно все показывает и рассказывает, то в принципе не нужно дополнительные какие-то вопросы задавать или обращаться за помощью. Но если понадобилась помощь, то она всегда на связи. Этот редактор действительно поднимает такой дух, ты становишься волшебником. Оживают цветы, начинает колыхаться вода, ветки деревьев, появляются разные многие эффекты. В некоторых уроках мы изучаем так называемые частицы. Это вообще отдельное волшебство. Можно сделать любую сказочную картинку. И когда мы смотрим по интернету такие красивые рождественские домики со светящимися окошками, с искрящимся снегом, то думаешь, как красиво, а теперь мы умеем это сделать сами. Я хочу выразить благодарность большой Галине за ее удобные, понятные уроки, за ее помощь, за ее терпение и вообще за то, что нам предложил этот курс. Всем рекомендую подписываться, а то, что я научилась делать, я показываю вот в своей дипломной работе, которая называется «Мир анимации».